О самом наболевшем. Вопросы медицины и здравоохранения для жителей Звенигорода – одни из главных. Меньше года назад городская больница находилась в плачевном состоянии. Врачи, жители и представители власти попытались совместно найти пути решения целого комплекса проблем. Детское отделение уже с той среды все работает, все очень активно это. Потому что пришла новая команда, не знаю, новый руководитель и в областную больницу, новый руководитель Звенигородское подразделение. Ну, самое главное сработать с большой командой, чтобы получить. Ну, надо всегда работать с жителями. Это самый главный момент. Алексей Шиховец, заведующий Звенигородским подразделением Одинцовской больницы. Приехал, чтобы пообщаться с горожанами напрямую. Самая сложная ситуация с кадрами. Узких специалистов, особенно в детском отделении, катастрофически не хватает. Мы сейчас пригласили с Астрахани, значит, будущий наш заведующий хирургического отделения с Астрахани, ну, 62 года, со своей супругой, не испугался, постарался приехать для того, чтобы нам помочь. Камнем преткновения часто становится получение медицинских услуг гражданами без прикрепления к местному подразделению. А ведь от количества запросов прикрепленных жителей напрямую зависит направление на работу нужного специалиста. Давайте сейчас попробуем в первую очередь прикрепиться, да, набрать ту численность, которая, да, реальность. Да, мы вот хотели поработать с МФЦ, с местными территориальными структурами. В этой истории, но это очень сложно. То есть сейчас все закрыто, межведомственная работа немножко закрыта, и поэтому нам очень сложно в данный момент вот именно самостоятельно привлекать, агитировать людей вот в такой еще тяжелой обстановке. Призыв был услышан. Инициативная группа жителей города обещает провести информационную работу, подключить социальные сети и даже сарафанное радио, чтобы разъяснить необходимость прикрепления. С нашей стороны всегда будет содействие. Самое главное, говорите, чем мы вам можем помочь. Потому что, если будут усилия совместные, направлены на одно, то это одно дело. А если совместные усилия будут направлены на разные вещи, это будет совершенно другое дело, к чему мы не придем никогда. Совместный диалог, расстановка приоритетов – залог эффективного решения проблем, накопившихся годами, уверены участники встречи. Все озвученные вопросы Павел Бережанский и его коллеги взяли на контроль. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».